Современное производство с многолетней историей. За десятилетия своей работы завод «Искра» стал крупнейшим производителем электронных приборов для оборонной отрасли. Однако так было не всегда. В 90-е годы завод оказался на грани разорения. Датой образования нового предприятия считается 2008 год, когда «Искра», а вернее то, что от нее осталось, вошла в концерн «Алмаз-Антей». При поддержке концерна завод буквально обрел вторую жизнь. Отремонтировали помещения и обновили оборудование. В 2016-м запустили новое производство СВЧ-модулей и гибридных микросборок. На площади в 1000 квадратных метров обеспечивается полный цикл производства, начиная от подготовительных операций, заканчивая настройкой, измерением и проведением испытаний готовых изделий. Изменилось очень многое. То есть сейчас чистое помещение, очень много нового оборудования поступило. То есть технологии совершенствуются, качество повышается. Будущее, я думаю, очень большое будет на этом заводе. Львиная доля выпускаемых на предприятии изделий – это компоненты для спецтехники, в том числе для медицинских аппаратов и полупроводниковых приборов. Сотрудники работают над научно-исследовательскими проектами в интересах Министерства обороны. В этом году обновленное предприятие отмечает свое десятилетие. Сегодняшняя «Искра» – это не только новые изделия и полная модернизация. За 10 лет работы значительно улучшены условия труда. Численность персонала увеличилась почти в 2 раза и возросла заработная плата. У нас были одни значения, сейчас эти значения на примерно 25-30% выше. Вот. Это по базовой ставке. То есть, ну, разумеется, что сейчас зарплата повыше. То есть мы рады этому. В планах на 2018 год строительство новых производственных участков. Но сначала необходимо привести в порядок обветшавшее с годами здание. Уже несколько месяцев рабочие трудятся над новым фасадом, заменяя окна. Расширили и парковку для автомобилей. Дарья Сударева, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.